Как вернуть детей из мира компьютерных игр? Можно ли уберечь их от угроз реального и виртуального миров? В Щеграх с родителями школьников встретились психологи, педагоги и полицейские. Что делать, когда подростки чаще советуются с интернетом, чем с родителями? Мама двоих детей Наталья Руднева осторожно относится и к телевизионному меню. Я считаю, что нужно детей воспитывать на советских мультиках и на том добром, что сейчас есть. Если дети с утра до ночи смотрят телевизор и видят там только негативное что-то, то они тоже себя ведут так. Но винить во всех бедах интернет нельзя. По-прежнему много угроз и в реальном мире. О них специальные ролики. Не открывать дверь чужим или малознакомым людям, кем бы они ни представлялись. А перед тем, как открыть дверь, нужно всегда смотреть в дверной глазок. Алкоголь, наркотики, драки, кражи. Проблем много. Особое внимание детской преступности. В Курской области ее уровень снизился. По сравнению с прошлым годом на 27%. Лучшая профилактика – хороший пример самих родителей. Самая трудная профессия – это быть родителем. И эту профессию, если можно какой-то вид деятельности исполнить, но удовлетворительно. Родителями мы должны быть только отличными.